Всем зрителям канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 10 июня 2017 года. Построили мы контейнерную площадку длиной 3 метра. Контейнерная площадка рассчитана на 2 контейнера. Каркас у конструкции сделан из профильной трубы 25 на 25. Торцы зашиты профлистом, задняя стенка тоже зашита профлистом. Козырек закрыт поликарбонатом. Все это делано синего цвета. Установлены декоративные уголки по углам. Все надежно, симпатично. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!